тысячи зон. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Поход на цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель, блядь. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Заберите мобала. Бля, сейчас он и меня убьет. Давай, если ты тут, ты можешь по 8 ману залить. А пол рога давай, блять. Фу, бля, я уже подумал, что тех могу сварить. Блин, был близок. Там звезду бейте, ловите большого, бейте пока звезду точечно. Хорошо, войда. Твой упадет. Это вайп. Короче, что я вам хочу сказать. Дело, ну, не в трэш. Ладно, вы агрите его. Просто, ну, хилов мало, сколько вот сейчас есть. Сука, в 5 хилов надо на трэш идти, если вы столько агрите, блядь. А не в 2, блядь, калеки. Ну, нормально было бы, если мне фокус не взяли. Без большого все бы заебись было. А, поставить его, лок, поставить шкаф, засуманим еще шаман. Меня паук в кокон взял, и все, там хилы слились. Там не было хилов, там кукуваси один хилил. Ну, меня в кокон взяли, вот и все проблемы. Один хил не вытащит. В голове проблема, блядь. Говоришь, как наш президент, Слава. Кризис у вас в головах. Так и есть. Сейчас сами танчить будете, только не все, блядь, если так играете. Что идет? Похуй вообще, мне дохните нахуй. Ловите большого. На нехуй там ловить, там хилов нет. Сейчас подбегут, я тебя похилю. Бля. Ну ясно. Вы, блядь, думаете, в 2 хила целка проходится, блядь? Полил 25 гер в Ршаму и ДЦ. От начала и до конца. Еще 2 хила. Ну покажите мне, я сниму на видео, блядь. Это видео? К сожалению. Я когда ходил в хорошие времена, в 2 хила Сатира и Шишкиным. Полипал Ршан, и то, по-моему, это Гера была. Лича, на Лича уже третьего брали, потому что нам нужен был третий хил. Ты когда ДПС, блядь, был? РДД рейд у Атиры был, и у него ДПС. Сколько там? Все по 25 давали. Там сурок за минуту падал, там все за минуту падали, блядь. Хули бы не ходили. Да, там попроще были. Да и с трэшем не было такой беды, как сейчас. Так что то, что было, это то, что было.
Куда они направо? Большой идет. Сейчас большой подойдет. Тотем это убери. Развернуть не хотите ее? Да, сорвали. Пиздец. У тебя правильно несется включено там вообще? Конечно. Если что, он не таунтится. Так-то да. Просто оман не качаю, думать не надо. Почему я с оманом? Да не ты. Блять, там... Те, кто срывают, они же вообще... Там прям три сразу было, неважно кому солю, да, он все равно срывает. Всем привет, там место есть еще? Да, кто у тебя есть? Ну, а кто надо? А вот тебе есть ДД со спеком пила, на всякий случай? Шаман есть. Ну, давай на шамана тогда. У него там алем еще. Алем или... Давай я РК пойду. У меня хил и алем. Давай алем подать. Ну, заходи тогда на шамана. Так вот. Тут. Три покарала, я дойду за Авара. Ух. Кинь пати там... шаману Ягеру, я писать не могу, мод здесь. Что ты уже мод получил? Ну хоть, блядь, 1000 минут мне Гофра сегодня дал. Наверное, за сексуальное домогательство? Да нет, там троллинг, все фигня. Фиг знает. А, ну я типа линканул волчат поджигание жопы. Ну, скилл. Так, ой, давай не пати. Присните мне, пожалуйста, Ланцема. Чистить центр, как я сейчас дальше сам. Так это, что вы там, пати даете, не? А, блядь, сейчас. А, вой, дай РЛ, я ему сейчас пати кину. Хотя столб у нас пул. А, ну окей, окей. А как так у нас вышло, я что-то не догнал. Я помню, два слота было. Кость, блять, ты заебал. Ну там столько лову дала ранее, наш пул. У тебя что, блять, кроме цепака ничего на панели нету? Давай я тебе сейчас дам пати, Ягер.
прорубить. Ну тело-то покинул. Будем без Африка. Так я Африком могу зайти. Ну либо демоном. А от Африка какая польза, блядь? Ну, демоном могу зайти, мне пофиг. Демон у нас есть. Можешь Африком зайти по барабану вообще. Так если демона нету, давай демоном зайдем. Не, демон у нас есть. Ну а хила хватит у вас? Ух, 3 хила захилят, я думаю. Ну давай сейчас на Лока зайду. Вон говорят, что демона нет. Не, у нас ферстал в демоне. На трэше роняете, блядь, медведя 90 тысяч хп. Как вы в три хила хилить собираетесь, блядь? Кто такой череп? Лок. Какой-то пук, который сидел в Долоране. Когда трэш уже дочистили. Вы уже там трэшак зачистили? А почему он у меня спрашивает, почему вы произвольно кикнули? Дима, давай, батя, на Лока зашел. Сейчас. Так чё, кем мне, демоном, апликом? Будь Африком, демон есть. Короче, не буду я танчить эту хуйню. Чего? Может, пойду... ГП ебанем шаманом за то, что волной не кастует? Пойду ДДшником, фуриком, а ты танчи сам. Фуриком? Танчить? Угу. Что, издеваешься? Ага. Не, я фуриком пойду. Да блядь, давай танчи, заебал. Либо на БДК зайди тогда уже. КТ. Давай, сука, возвращайся назад. Ты это, сука. Блять, войд нахуй. Нихуя не знаю, сам с такими хилами танчи. Бери и танчи, блять. Сука, ну ты мудин, блять. Кому там рэлл сейчас передать? Кувася, держи ты. Вы хоть проверил АФК, он не АФК? Не знаю. Зайду сейчас на БДК. Мне нужна цель. Кто че раздает? Я каски. Каски я. Ладно, я кулаки. Не, ты бафай всем прота, Машулечка каски, а следующий паладин пускай бафай всем кулаки. Им по 5. Так, сейчас на ДК зайду. Значит, я каски. Угу. Там лок шкаф поставишь, засмотрите меня. Но у меня регов нет, а есть у кого-то мамонт? Какой мамонт? Заявка для пуга. Пугом заявка не принимается. Маги, дайте, пожалуйста, порт. Вон и стол стоит. Порт в Долоран, пожалуйста. Да, блин, поделитесь с ними, вот, потом мамонт. Уже мамонт сядете на кораблях и ты возьмешь. Дайте пати, там я получать эту саму кукуась. Вон сзади портал Долоран. Кукуась, да не плюс они, будет РЛ. Сейчас. Войд РЛ. Сейчас. Все, сумоньте меня. И Машу сумоньте. Рыба есть, нет? Надеюсь, что есть у кого-то. Дайте фулл баф по Локу. Я рустер баф, я самому не машу.
Может, вот он шумит, да? Лариум, выключи активацию голоса. Я ему помог отключиться. Так, Плодин, давайте бафа. Блять, Маша не так не засмотрит. Сейчас я. Блин, Маш, давай сюда уже, мы не будем ждать. С тобой поделиться, я думаю. Я уже купила. Ну тогда давай баф. Баф, всем каски, я подожду. Рыбы нету, рыбы. Черточку ставлю, кто там на кого идет, пишите. И на кого получаете ИП тоже. О, броня включена. Включить третью. Или пятую. Давай чекну баф на готовность. Что там, кому чего не хватает? Рыбы есть нету. Каску. А каска есть. Кто там сказал, что рыбу поставить? Поставьте. Вон стоит. Ешьте. 9 секунд. Чуть ауру дам. Так. А Фейкас, ты на ком сидишь? На Варе. А никакой, напомни. Маш. На, держи ответственность за добычу, лучше раздавать лутышкой. Все, последний чек. Проденьте, все, все готовы, погнали. Под босса сразу становитесь. Можете гер давать. Так, щит заливаем. Тут прошип снимите, пожалуйста. Так, шип. Заливаем. Протопал, уже можешь убегать. Протопал, можешь убегать, молодец. Великий РДД, бейте. О, надо, кстати, на чего как-то будет в следующий раз походить. Пауэрейдар сделать. Давайте под босс. Дискон? Нет. А, я вылетел, дартопал, если что, заберёшь босс. А нет, ошибка, я залагал. Нет. Добивайте уже этого босса. Куквася. Давай. Можете вставать. Не, не буду тратить. Вышли мушки, кто-нибудь на осколке есть? Не было. Тогда отдаем. Погнали все дальше, там не стоим возле этого босса. Квест у нас делает Маша. Могу с хостой не отдам, паладину тоже с духом отдам престол. Так, напуливайте на меня, либо на брата попало, неважно, я иду запускать. Сразу только не врывайтесь, подождите, дайте ему добежать. Меня хорошо хилите. Пал помогает забирать. Блять, кто уже сидел на моем БК? Я не вижу, но мог бы на ком вообще сидят. Мне либо на ком смешать. Цебали, как не зайду, нахуй вечно эти скиллы меняются, еще что-то. Так, давайте дальше. Гримар, кинешь мне? У меня боты.
Кильти хорошо отпало. Да, клана потом поднимется. Просто а, второй ах испал. Да, можешь второго ловить, диктор попал. А, в общем, паладины сливают свои капли, ДКшники сливаем свои панцири. Я кровавую миску солью. И все. Бейте следующего. Медленно выдвигайте. Пуасе нужна мана. Сарлаку Пуасе нужна мана. Все, давайте восполняйте там пока свою ману. Дарксона поднимите. Флорик валяется. Город здесь. Давайте ему тоже фулбаха. У нас в второй фазе будете ханты напуливать на ней. Ханты и рога тоже на... О, бля, пас уже спасили, ладно. А если не сложно, шаленься, если ты не отдавал там Иннер на себя, дай его, пожалуйста, накуковать. Ну, крышак заливайте. Крышак заливайте. Блять, я не успел включить одну функцию. Готовимся все контролить. Заливайте леди. Я думаю, он должен успеть. Гильда Льви Хердейсова. Давайте, давайте. Активировать, на тебе истерию, дамаж. А, дискольцы его тоже. Давайте, давайте, больше ТПС. Буду его танчить тут. Я никуда его не поведу. Я не понял, на ком он там. Он сейчас на мне висит, блять, я не вижу вообще. Да, на тебе. То хорошо. Гуайте контролить. Косты сбивайте. Еру крыть, дети. Заспалил. Да. А ты говоришь, хилы плохие, нормальные хилы. Хорошо, зайти. Сбивайте уже его. Вот зальешь Иннер Вася. А, у нас кота нет. Есть. Можете гимноману отдать. Таль, можешь гимноману. Ваша смерть неизбежна. Погнали дальше. Стоять.
пушки садитесь, кто хочет квест. А вы хотите этот квест сделать? Посидел. Но большая часть хочет сделать квест. Три человека только не хочет. Давайте сделаем под первой. Я объясню, что делать. Ну, всего лишь. Ну да. А, меня хилите. Давайте сделаем квест. Поднимать двух павших, отопал, где сейчас танка не дрожат, я сейчас... Боря, нет. Или у тебя есть? Нету, Боря. Ну, а разницы нету, мы сейчас квест сделаем. На фронт дойти, да. Только три человека не хотят квест сделать. Поднимите его, да? Так, если я не ошибаюсь, 25-ки, тут две инфекции появляются, да? Дайте только команду вспомнить. Давай я постою, порежу еще хил какой-то, вон друид. Или Плариум со мной порезает. Ну давай. Зачем мы бежим сюда? Скажите, пожалуйста. Все, давайте чек на готовность. В общем, с инфекцией будете выходить. Да, выходите. Вот сюда. Выходите и все. А Маша бой... Хотя нет, пускай у нас бой не вешает. Мунштук, давай ты не будешь бить босса, а просто будешь стоять и поднимать павших. Боже, я думаю, не повесится. Он будет чисто поднимать. Чумой просто уходите за рейд и все. Давай, тяни его сюда, Гримар. Ты его уже видел с Айрем. И в кучку становитесь там от босса. Поставь метку на Мунштука, который, чтобы его видели. Не, я имею в виду, чтобы просто он поднимал. Чтобы бой не... Вешал и поднимал фарш. Вот, Роси, уходи за рейд. Вот, уходи за рейд, все. А Мунштука, ты его потом поднимешь. Можете Геру, кстати, здесь дать. Блять, мне надо куда-то спрятаться, и не в том месте его начинать. Вот, пойду. Шалла. Мак, выноси. Подкаст. Давай, если не сложно, поднимай мага. ТДПР выноси за рейд. Блять, куда он нас шалаша выкинул? Катерти, выноси, пожалуйста. Блять. Вот здесь хуёво, конечно. А, в Оракл. Может бабу скинуть. Да, да, да. Ну, постарайся, я не знаю, честно говоря. Или не помогает. Не помогает? Ну, тогда выноси. Чё? Баба, выноси.
Гильдаль выноси. Ну вот и все, квест готов. Убоярь. Килевать. Баш выноси и добивайся за этого. Ну, поднимайся на павших. А шо, кто-то этот квест не делает? Давайте холостерман отдадим. Пушку спускать садится кто хочет. Не, все равно. Сейчас может шея упасть. Нихуя. Время, деньги, друг. Погнали все в корабль. Да, упало аж две. Купит у меня кто шею? 10к. По дешевке, да и. А, ранцы возьмите все. Так, я полетаю. Давай, беги сюда, чек, пока на готовность, на бафы и так далее. Ну все, я запускаю. Там ЖПшки дадите бафы, на нем еще каски нет. Перью тебе. Я подумаю. А на нашем корабле хант на пулевой, на паладин и рога тоже на пулевой. Ну скажешь, когда я тебе кину? Каска в пушке, отстаньте. Ну, значит, потом вам каски забахают. Мы сейчас минус руки. Так, скоро маг вылезет. 5 секунд. Сейчас он вылезет. Вот он вылез. Все, давайте идите сюда. А, маг, отойди подальше. Летим назад, а меня никто не хилит. Ух ты. А, Маш, ты пушку на стею просил? Нет, все, приехали. Ну ладно. Нет, что-то он заслакал с ним. А, летим назад. Блять. Я заслакал, сейчас его заберу. Оружейники, огонь! Поднимите потом. Можете даже сейчас поднять. Блять, надо улететь, но хоть. Чтобы меня там не оставили. Достанете, да. Я думаю, достанете. Это сейчас звезду поставлю, поднимите его. Да. Вставай. Молодец. Блин, никто не молодец. Не встал. А не встал. Кто упал? Не, все здесь.
А, нет, стоп, кто-то у нас отвалился. Дроид, тебе что-нибудь через надо? Тебе надо что-нибудь тут? Ну, уже... Да, уже открыли. Давай. Ну, я вижу, мне лед дали. Ну, хорошо. Давай, лети сюда. Я пока запущу сурка. Ты должен успеть. Полторы минуты у тебя есть. И лохи поставьте в шкаф. Так даже будет лучше. Я его буду танчить на лестнице. Ну, тыкайте там на шкаф. Ларин, наверное. Здесь, чтобы забрать его тело. Давай, Шалинси. Лети. Ты за сумму сейчас тыкайте. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Сейчас назвали его Дранош. На орочем это значит... Дадите друиду бафы. Сова, зальешь Шалинси в ману. Он был бы в безопасности. Бафы дайте хилу. Каску, лап, Христобаф. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темные порталы. Неважно, умер ты или выжил, мой сын остался бы цел. Кому еще греем? Сегодня... Коня, на лестнице буду. Коня уберите. Коня, паладина. Ну, нужна кому истерия? Мне. Ну, давай тебе. А когда там у тебя крылья закончатся? Где? А, Вера на КД. Не на КД, давай. А, ну у меня почему-то на КД. Я дал уже тебе. Так, трешак заливаем. Молодцы. Заливай, стершак. Имер, дайте, мать. Вот. Так, добивайте босса, трешак не бейте. Босса заливайте. Давайте добивайте, добивайте. Иду открывать портал. Более паладина не надо. Рядом с матерью и предками. Оля тоже не упал. На все, портал открыт, заходите. Сейчас Валерик сольем и идем на чуму. Заходите, заходите. Так, я пока пойду Вальку искать, а вы там стойте на месте. Все бы ешку ролят. Да.
Не, ну если хотите, могу я их себе позабирать, не. Спасибо, скажу отдельно. Я вам за это и ПК дам даже. Вивальди и Воркер еще раз. Ты что, на приколе что ли, че? Доливайте, Вальд. Вторая летит. Ну это... Он вторую заливает, точно. Бурсты не жалейте. Диспейте Вальку, Вальку диспейте. Вальку достал. Давайте бейте. На кого идем? А, диспейте Гнев Небес. Помашу личка, да, сейчас? На чёмку. Давай, вертопал Гнев Небес и заливать и трошат. Поднимите потом мага. И Лока поднимите. Хорошо, отходи. Не сейчас. Не сейчас. Мегазон хорошо пить. А, братабал, ты здесь вообще? О. Дайте гимн на ХП. Поднимайте Машу, поднимайте Рогу. Не сейчас. Не сейчас. Не сейчас. Я встала и умерла. Я видел. Да-да. Давай. Ну, Гнев Небес пол, дай. Мага потом поднимите. Дайте ему стан. Он не топнул. И диспельте. Там протопало диспельте. Дайте ему гнев небес. Ем пока этих мелких мультиков. Диспельте. Так, а я пока за псиной.
А вы стоите там. Забираю. И. О. Да. Что там, хилы охуенные, да? Угу. Они тут. Как не нажать на этих собаках? Поднимайте. Друид буйный рост на третьем месте. Положение вообще не понятно. Когда славян остается у всех по 10% хп, ты никак не... А ты заранее никак не думал, да? Подожди, что, два шпшки перехилили ярдру? Ты заранее... Ты вообще... Ты забыл, как играть, что ли? Нет, просто когда мало хп просаживается и недоходов уже дело. Да, и заранее там... Ну, омоложение кидаешь, ты будешь не рост, боже, там ничего не надо, и все. Какое омоложение, блин? Ты видишь, собаку сагрили, она уешит. Кидаешь, омоложение, буйный рост. Восстановление можно покастовать на пати или на две. А ты, блять, нихуя не кидал. Я ППшка, я всех отхилил. Это залупа, это ППшка. Да, конечно. Отхилил. Отхилил, блядь. Бафать людей теперь надо. Я-то думал, ты за друида умеешь играть, оказывается, блядь, я даже больше тебя соображаю. Это обидно даже. Чего? Это может... обидно звучит. А хули обидно, ладно. Иди, собака, я утонуть не могу. Что сделать? Еще собаку подвести. Пол один стан дашь. А вы под босса лучше становитесь. Или нет, не лес. Убивать. Так, аверисти, ловушки. Куда вы все побежали? Славян, делай что в этом моем скиле за друида, тупо по одной собаке. В норме. Ну я не знаю, можно было рейд захилить. Я его захилил. Я видел, 10 человек упало. Как будто одного меня, да, обвинить в этом надо. Если попали танки, винили бы шамана. Попал рейд, винил бы масхила. Да дело просто в циферках даже. Сколько они нахилили и друид 5000. Что понимаем дальше? Просто дело не в этом. Камизи перехил со второй собаки. Не знаю, удалил хил. Ну понятно. Бум-бум-бум. На тухлом похилишь, посмотрю, похилишь. Дело не в этом, дело в том, как люди играют. Кто на расслабоне две кнопки тыкает, а кто нормально все способны. Давай, какой сейчас, полней ману. А, паладин выпал, а ты какой печатью бьешь? По-разному, либо повиновение, либо порча. Ой, правосудием, правосудием. Мудрости. Каким? Мудрости. Ты светом бей, да? Синий, короче. Синий. А, бей светом. Светом бей, светом. Да, подожди, макросплит, переделаю секунду. Потому что у нас все равно холипала нет. Все, переставил. Так, давайте последний чек. Рыба может его поставить? Жрать хотят все.
Походу херушки упоить. Ну, хер надо. Я уже. Да, давайте. А вон что-то стоит. Ну, уже поздно. Фиг. Не поставили. Рыбку поставили. А ну уже поздно. Давайте все под босса. Гир даем. Килим ДК. Блять, вой. Чё? Чем ты срываешь? Чё, ты ЛПшки не кидаешь? Не знаю, я не хотел. Ты мог бы остановиться. Надо, наверное, автоатаку побить, да? Ну да. Под жопу остановить, чтобы было килом легче захиливать. Ротопал, забирай. Вокера хилить. Ты че под морду не забегаешь? Не просто еще немного назад. Не спасибо. Да, не могу. Обращай. Мун штука. Забегай под морду босса, когда он там бьет. Ну, короче. Кто такой, я не понимаю. Да не знаю, танк какой-то не забегает под морду. А зачем? Вот он обратно не поворачивался. На мне и так нормально. Или дали хить. Бля, вы что, диспелите? Мне кажется, это я с один хуй. Пристабав, лапку, каски, кулак, блядь. Бля, Тиман, кукурас, я свой не раздал. Пристабав. Егор, крикните. Ты дохуя хочешь, блядь? Что-нибудь одно давай. Не надо ЛПшки прожимать. А то туда и туда и, блин. Шой. Большого я на себя возьму. А, гимн на ХП Гильдаля, дай гимн на ХП. Гимн на ХП Гильдаля, дай. Сейчас будет. Побежали дальше. Кровь кому-нибудь там? Нет осколочку больше. Пока нет. Да я поэт. Потрясающе. Вам обоим не идет, поэтому отдам парол. Блин, ты квест направь делаешь? Везде. А, Вивалди, у тебя, по-моему, есть там ДЦ еще, да? То, отлично. На лане спрятать. Точно никому не надо? О-хо-хо. Ну вот, научишься щиточки всем кидать. Там ничего сложного нет. Так ты просто патику выноси и все. И кидай щиточки. Да ничего страшного, блин. Скачай Вуду называется. Топ-аддон для хилов. Там даже нуб разберется, блядь. А, давайте уже чек. Да я уже смотри, ты эту халку заспать хочу. Все, я иду запускать. Горн.
Да, я его прожму, не бойся. Что, с которым к шаману отбегать? Аурон, темная магия. Поставьте ауру тогда. Но это у нас второй. Ну зачем? Пал Сакру по моей команде дашь, и те, кто там не собирает саки, я скажу, куда гриматься. А можешь куда? Да ладно, стой, гримару ходи. Встань так, чтобы милить тоже получили. Если хочешь, то можешь забирать. Либо я могу еще 9 тогда танчить. Кстати, в мили-зоне куда ты выбежал? В мили-зону иди! Алло, Гримар, ты куда побежал? Ну ты пудель. Собирай. К Сакарову по моей команде пал, дашь? А, парень ачивку делал. Прожимайтесь, Сакра тоже. Все. И никто не упал. Пал, упал. Хант. Ни одного стака не было, Ханта. Ну, Хант, все, ладно. Это отдельная тема. Он не с нашей гильдии. Я давил. Бывает. Блять. Сапоги. Моим любимчиком, как и Гниломорд. Молодец, что оставил газа. Я его даже чувствую. Вот и ставь шкаф на Ивинте с манем этих раздатчиков. Друиды, кажется, неправильно отдавать тряпочные сапоги еще 25 опыта. А вы, ребята, знали, что я ролю на сову, и у меня нет вообще сапогов, кроме друзей? Ты знаешь, что есть еще крафтовые, есть алертал тряпок, есть только крафтовые, а это предбиз. Что мы делаем? Нет, если... Сапогички для совы не вариант. В любом случае, приоритет там ткань, а не кожа, правильно? Немного некрасиво забирать кожника, так эти тряпки, на мой взгляд. Конечно, хер не лопнет. 77-й отдали, да я думаю, никто бы даже не возмутился. Локи, блин, миллион локов. Давно бы уже начали, пока, блин, ты бежит. А, ладно, ну что? Что вы там не можете разделить, я не понял. Так, блять, у меня... Цензура отключена, сейчас я включу. Так, общение на нашем языке, где оно? Так вот, литерация северной лексики. Так, проверка, надо кушать. Она открыта.
Что там им не нравится? Что там за хуйня? Так сапоги сове тоже приглись, как бы. Ну да. А, сейчас тебе объясню, Маш. В общем, смотри, садись в куклу. У тебя там три скилла. Первый скилл, если я не ошибаюсь, это обычная автоатака. Второй скилл, это нет, ты пьёшь. Нет, первый скилл это пить. А, первый, да? Первый скилл пить, да. Тогда... Второй плевать. И третий вот, или какой там, или шестерка, по-моему, там надо нажать. Третий это минус броня. А шестой, а шестой, да, вот это тебе на бустер. Я понял. В общем, смотри, пьёшь куклу. Да, пьёшь куклу, потом начинаешь пить лужи. Первый зеленого ты не замедляешь. Мы вот так зальем, ты просто пей лужу. Ты замедляешь одного красного, потом пьешь лужу до соточки, нажимаешь на шестерочку, твоя рега, в общем, твоя рега восполняешь свой шлем, и все, и дальше пьешь спокойно лужу и замедляешь всех слизняков. Ничего сложного. А сколько раз так сделать надо? Один, да? Да. Пью? Так вот тут не буду. Сейчас, секунду. А Гримар, ты здесь, Ферстайл, ты здесь? Да, не забудьте. В общем, совет тоже грибится, эти ступни. Я не знаю, что вы за него так пишите. Все, все готовы, давай, Димошка. Ой, Маша, пей. Грань один только. Грань потом ударить надо, да? Когда эта херня? Да. А почему по урону идет по вам? Ну, потому что такая кукла плохая. Давайте потихонечку пойдем к зеленому. Сразу его зальем. А гимн на ХП Гильдали, я скажу тогда. Может, возможно, она и не понадобится. Зеленый вылазит. Переводите пока этого крафа. Можете бить спокойно зеленого. Сразу его мочить. Посмотри, вот этого зеленого ты не замедляешь. Сейчас появится облачко справа. Помню. Молодец. Да я так на всякий случай тебе напоминаю. А вдруг ты забудешь. Так удобно откинула. Блять, что с куклой? Ой, что? А, колба милики. Прям, ну ладно. Бегу сюда. Так, облако, РДшники. Готовы разбивать пельмени, главное. Давай, если хочешь, можешь сейчас залить по Асиману, чтобы потом не заливать. А, давайте бейте облако. Вот, иду подальше, чтобы колбы появились не возле зеленого. Я думаю, это так сложно. 5 секунд, милики в танк остановись. Не, ничего сложного нет. Милики сейчас будет колба. Да, колбы появились, вы меня не слышите. Перстни. Все, это вообще сделано не замедляет. Ему спокойно восполнять свою рагу. Все, заливайте зеленого. Там помогу даже. То бегите и заливайте. Гимн на ХП, дай Гильдаль. Молодец, что дал. А, сова, поднимай ханта. Ханта пробафаете. То дальше замедляй всех. Войд, хочешь шестерью? Да. Сейчас я тебя только возьму таргет. Там облако бейте, так, даже не силы. Ну. И держи. Колбы милики. Колбы. Сейчас секунды ноль. Слизняков замедляет. Совет справедливости.
Вкус как вишенка. Квадратный лик. Ой, извините. Ты это сделала? Так надо убить просто, как тебя? Мне понравилось. Я сейчас слышно? Нет. Да, сейчас слышно. Точно. Он не реагирует. Хити, хити, хити. Фу, тяжело как. Я квест пойду сдам. Да, иди сдавай. Там обязательно. У тебя же там танкошмот есть, я надеюсь? Да. Хорошо. Погнали на совет. Ты украл мою ярость. Теперь мне придется бить тебя, чтобы она накопилась.